Итак, дорогие друзья, будем мы снимать наконец распаковку. Будем распаковывать лодку. Но перед тем, как распаковать лодку, наверное, распакую все-таки вот этот вот носок. Насос я брал специально для лодки, накачивать лодку. Поскольку сегодня не взял с собой никакого ножа, придется пользоваться ключами. Выбрался наконец на природу, погода супер. Вот выехал на озеро специально для того, чтобы показать вам свою. Специально для того, чтобы показать свое приобретение. Значит, вот такой насос. 28 сантиметров. Я так понял, 28 сантиметров это камера. Здесь стоят два клапана. Один впускной, другой выпускной. Что еще тут? По-русски инструкции нет, но я думаю, несложно будет разобраться. Значит, здесь две насадочки и плюс третья насадка. И входное. Входной клапан. Сейчас посмотрим, куда можно его завернуть. Что самое интересное, здесь, наверное, просто вставляется. Только надо выбрать, куда. Да, вот и все. То есть, с насосом мы разобрались. Также я лодку брал без весел, поскольку смотрел видеообзоры, везде жалуются на весла, что весла плохие. Поэтому я взял отдельно, купил два вот таких алюминиевых весла. Собираются они очень просто и они очень легкие. То есть вот таким вот образом я их спокойно могу собрать. Таким вот образом вот два весла собрано. Значит так, ну что ж, весла собраны, насос готов. Давайте приступим к распаковке самой лодки. Давайте вскроем. Очень хорошо упаковано. Дошла, кстати, лодка быстро. Покупал я его в интернете, в магазине, обязательно скину ссылочку. Вот такая вот коробка. Значит, здесь написано по комплектации, что 200 килограмм выдерживает для двух человек, и то, что она без насоса и без весел. Брал я в такой комплектации. Здесь краткая инструкция, что для чего, но я думаю, это мы разберемся уже на месте. И что ж, давайте открывать. Опять воспользуемся ключами. Написано было, что она из армированного ПВХ, то есть что это ПВХ лодка. Пишут про нее разные, что она и плохая, пишут, что и пойдет. Ну что я могу сказать, по ценовой категории, конечно, это очень дешевая лодка. Как бы бралась она на сезон. Хотел просто попробовать вообще, что это, как это. Лодки не было, вот решил попробовать. Значит, вот, разложили мы ее. Размером довольно-таки она большая. Что идет в комплекте? В комплекте идет вот такая вот сумочка на липучке. Я так понял, для документов и каких-либо. Веревка. Веревка это, которая идет по борту. Вокруг борта маленький шнурок, это, наверное, крепить сумочку. Две вот такие насадочки. Эти насадки используются для удочек. Вот здесь вот они. Я уже более-менее знаю, поскольку смотрел обзоры и инструкции. Инструкция. Я думаю, инструкция нам не столь важна. Единственное, что мы сейчас достанем, здесь есть линеечка. Так, дорогие друзья, не волнуйтесь, мусор потом будет здесь убран за собой. Так что не беспокойтесь. Есть вот такая вот линеечка. Да, видно будет или не видно. Это смотреть уровень накачки. Потому что вот будет накачиваться, я вам покажу подробнее. Здесь есть шкала, который мерить эту линейку.
Есть вот такая вот заплаточка, как я понял. Да, это заплатка. Заплатка, сильно прижать заплатку к месту прокола. Не надувать в течение 30 минут. Это заплатка. Это что-то типа гарантийника и инструкции. Инструкции две. Инструкции две штуки. Не знаю, присутствует ли русский язык. Но с инструкциями, я думаю, она мне не понадобится. Разберемся сами. Так что пока все это убираем как раз вот в эту вот сумочку. Вместе со шнурочком. Так, ну что ж, приступим к накачиванию нашей лодки. Накачаем лодку и попробуем встать на воду. Сейчас придется с ней немножко, наверное, повозить. Насос, конечно, слипенький. You promised me to tell if there's anything haunting you. You leave without saying where you're going or where to. Так, но мы накачали. Что ж, давайте теперь накачивать все остальное. Хватит, наверное, надувать. Так, я не нашел это ничего. Ну ничего страшного, сегодня я буду все равно пробовать на ней один. Насос накачал довольно-таки быстро. Так что, можно сказать, насос уже хороший. Все остальное мы сейчас будем пробовать. Итак, что у нас получается? Получается вот такая вот довольно-таки, сказал, очень легкая. Лодка, то есть я ее могу один поднять спокойно, не напрягаясь. Давайте ставим шнурок, чтобы у нас уже все было на своих местах. Если положено, значит положено. Также сюда можно крепить мотор, но я думаю, это не стоит делать на такой лодке. Но все-таки его крепить сюда можно. Также есть удобная ручка переноски спереди. Есть уключенный для весел. Также есть, что еще у нас есть? Есть вот такие вот наклейки. Это для того, чтобы если будем использовать какое-либо сиденье, ну сегодня я не взял сиденье с собой, хочу заказать на Галимона, но там посмотрим, может быть что-нибудь придумаем, но это уже не так важно, не так строчка. Надо подтянуть еще, ну ладно. Сейчас попробуем поставить весла. Встали. Вот с этим веслом у меня прямо, оно то не входит, то не выходит. Весла брал за 500 рублей в нашем рыболовном магазине, так что за 500 рублей может и не повыходить маленько, так скажем. Все, весла уже никуда не денутся. Ну что ж, краткие инструкции здесь есть. То есть, что нельзя надувать ртом СО2, то, что может поместиться багаж, мотор, два человека. В общем, вес 200 килограмм. Что не должно превышать 240 килограмм нагрузки.
То есть это максимальная нагрузка 240 кг. Здесь для крепления двигателя, я забыл, как это приблуда называется, но могу в описании скинуть. Что ж, давайте теперь попробуем встать на воду. Да. Все, идем на воду. Итак, вот я на озере, вот, значит, озерцо наше. Ну что я могу сказать, лодка очень легкая, то есть ветреную погоду, я думаю, спокойно можно будет не перевернуться. Место, ну, для двух человек будет достаточно. Да. Что ж. Попробуем, может быть, выйти на ней на рыбалку. Правда, сейчас опасно, сейчас идет нерестовый запрет. Меня вот даже ветром сносит, так что даже легкий ветер и уже сносит. Ну, я думаю, на этом все. Думаю, на этом все. Подписывайтесь на мой канал. Будет много распаковок еще впереди. Также будем ходить на рыбалку. Сейчас приходят новые блесна с Китая. Будем пробовать их. Сейчас закончится нерестовый запрет. И уже можно будет попробовать. Потому что рыбнадзор ездит и довольно-таки опасно. Сейчас можно нарваться на хороший штраф. Ну все. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Жду ваших комментариев. Все, всем спасибо, пока!